Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Зарабабай. И сегодня с вами мы посмотрим на игру, которая называется No Rest for the Wicked. Это приключенческая ролевая игра от создателей серии игр про Ори, разработчиков из Moon Studios. Игра вышла 18 апреля в ранний доступ в Steam. У нее такие средние отзывы, потому что игра плохо оптимизирована, есть куча проблем, но разработчики над ними, конечно же, работают. Про что эта игра? На дворе 841 год, король Харал мертв. Когда весть о его смерти разносится по всему королевству, корона переходит к его высокомерному сыну Магнусу. Хуже того, вернулась чума, нечестивая чума, невиданная уже тысячу лет. Она проносится по земле, развращая все и всех, кого касается. Мадрил Селин, безжалостно амбициозная фигура в церкви, видит в чуме шанс проявить себя в глазах своего бога. Эти силы сходятся на захолустном острове Изола Сакра, где группы повстанцев и правительства провинции борются за контроль среди разрушающихся руин острова. Мы играем с вами за Керима, члена группы мистических святых воинов, наделенных необыкновенными способностями и поклявшихся победить чуму любой ценой. Но задача будет становиться все более сложной по мере того, как мы с вами будем вовлечены в тяжелое положение людей и масштабную политическую борьбу на этой угнетенной земле. Хаос будет тянуть нас во всех направлениях, пока мы стремимся очистить землю от зла и определить судьбу королевства. Я за кадром поиграл, на моем железе, конечно, тянется это очень плохо. Все это дело притормаживает, FPS, конечно, очень маленький. Не знаю, я бы хотел бы, конечно, ее пройти, но с моим железом это не вариант. Я, конечно, попрошу разработчиков прислать ключик для PlayStation 5. Она пока еще на PlayStation 5 даже не вышла, но буквально скоро должна выйти. И если такая возможность будет, то, возможно, с вами будем ее проходить на PlayStation 5. Если нет, то у нас будет такой просто первый взгляд на эту игру. Может, кого игра заинтересует, и вы захотите ее приобрести. Кстати, она недоступна у нас в Steam для России и Белоруссии, так что ищите какие-то обходные пути. Поехали, давайте создавать персонажа. У нас здесь вот такие вот странные люди. Маленькая голова, большие руки, маленькие ноги. В общем, странные какие-то персонажи. И почему-то мыльные фигуры. Не знаю почему, может быть из-за того, что мое железо не тянет. Скорее всего, так оно и есть. Потому что картинки четкие, а вот изображение все очень плохо. Но выбираем мужского персонажа. Можно выбрать, соответственно, и лицо. Ну, давайте вот такого злома возьмем. Имя у него будет, конечно же, как всегда, Зар. Создать. Создать новый мир. Так, начните свое путешествие на корабле, плывущем на Сакру. Пролог можно пропустить в последующих прохождениях, но это нам не надо, поэтому мы просто напишем вот так вот. Поехали. Когда я была маленькой, Ирмград рассказывала мне истории. Говорила, мор людям лица наизнанку выворачивал. Отращивал им лишние руки, ноги. Рассказывал, как весь мир чуть не погиб от этой заразы. И еще она молилась о том, чтобы Церимам никогда не пришлось возвращаться. Поворачивать надо, пока еще можем. Это просто остров. Довольно сказок. Дурная это затея. На свете столько золота нет, чтобы стоит таких вот на берег высаживать.
Ну что ж, вот мы и начинаем. Вот наш персонаж. Никогда не думал, что увижу воина Церимов своими глазами. Если Церимы ведут на Сакру, значит слухи подтвердились. Мор вернулся. Ума не приложу, что там такого на этой Сакре? Дыра дырой. Топай своей дорогой, нечестивой. Ведешь себя так, будто других убийц на борту не... Ничего хорошего за это затея не выйдет. Капитан хочет поговорить с тобой наверху. Ну, давайте поговорим. Из-за тебя, Церим, вся команда на взводе. Мы и раньше людей ввозили, но... В общем, я горевать не стану, когда мы с тобой с корабля ссадим и из этих вод уберемся. Мне заплатили, чтобы доставил тебя на Сакру в целости и сохранности. Так я и сделаю. Но лучше ступай в свою каюту и держись подальше от команды, пока мы не причалим. Суслик пустит тебя под палубу. Окей. Пойдем искать суслика. Открыть сундук. Добыча. Это у нас... Получается, какие-то монеты, да? Так, взять все на В. Выбросить С. Окей. А, разная есть, получается, валюта, да? Есть золото, бронза, серебро. Окей. О, собрать добычу. Рубленное мясо. Пройти боком, это не то. Да, кстати, возможно, в этих бочках будет что-то полезное. Да, еще мне получается не нравится, что... Я вот не люблю такие игры, когда... Управление идет еще от мышки. То есть я вроде вот смотрю сюда, ударить должен сюда, но если мышка находится здесь, то он бьет в сторону мышки. Вот это я не люблю такие игры. Мне, я теряюсь просто в пространстве. Для меня вот это вот направление очень сложно. Не знаю, почему-то мой мозг это не воспринимает. Ну, как-то будем привыкать. Для кого-то это не проблема, для меня почему-то вот это вот проблема. Не знаю, пишите, если у вас тоже проблема с, именно в таком плане, с управлением. Может быть, я все-таки не один такой на этой планете, кому неудобно. У меня все по полочкам разложено. Еще годик тут, потом 2 года драить палубы, 4 на снастях, 5 у штурвала, и я капитан. Проще парень репы. Матрос. Эй, ты, ну-ка, подсобиться с трепнёй. Подай мне грибы вон с полки и зелень со стола. Мне надо помешивать постоянно, а то все сгорит к чертям. Кук спрек. Ну окей. Полынь ингредиенты, корень полыни. Хорошо, и грибы у нас были где-то вот здесь вот. Просто обычный гриб. Вот так. Немного водорослей в догонку и опилок побольше. Понятное дело, если припрёт, можно грибы сразу так есть, но с приготовленным блюдом ничто не сравнится. На вот, попробуй. Грибной суп 4 раза мы получили. Вы можете поменять выбранный съестный припас. Окей.
Давайте зайдем, наверное, в меню, да? Так, это у нас церимский капюшон, плащ. Какая-то хоть броня есть. А где слот быстрого доступа, кстати? Еда. 35 очков здоровья. Но что-то я не могу понять, как оно крутится, меняется. Я могу, конечно, съесть яблоко, но я есть его не хочу. Я так чувствую, они сегодня не дочитаются. У меня еще бочек дополнительно. Так, ладно. Да, блин, как же неудобно с этим управлением. Ну, все молчат, всем все равно. Может, помолимся, пока не добрались до суши? Может показаться, что наш корабль переполнен грешниками, но церковь привечает всех, преступников, еретиков, даже Даши, даже тебя. Хорошо, как скажешь. Не, ну игра сделана красиво, мрачно прям, вообще шикарно. Я вот поиграл, мне прям очень понравилось. Визуал шикарный, но управление пока не мое. Не знаю, что будет дальше, но пока... Мы это не только тебя везем, но хотя бы остальной наш груз мир лежит там, куда его положили. Но он как бы особо не лежит, представляешь, я тут весь его разбил. Вот яблочко себе нашел. Так, ну каюту мы нашли с вами. Я предлагаю тут все это дело побить. И может быть что-то найти. Какой-то блокнот. Какие-то есть записи. Задания, контракты, испытания. Это не то. Арена какая-то. Это у нас ничего такого нет. Да, и реально я не вижу, где у нас быстрый слот. Так, ладно, я побегаю, пока посмотрю. Любопытство кошку сгубило. Ступай давай. Подожди. Еще вот яблочко возьму. Да, блин. Так, ты у нас кто? Мужики думают, что ты какая-то легенда. Знаешь, что общего всех легенд? Они все мертвы. Ну да, на то они легенды, да? Это не ломаешь, да? Ломаешь только бочки, хорошо. А эти бочки ломаешь? Тоже не ломаешь, ну ладно. Я твою кровать справил. По всем порядкам. Не волнуйся, если не успеешь. Первые пару недель на корабле никто толком не спит. Ну окей. Пока не разобрался, как все-таки менять предметы в быстром слоте. Вот у меня три вида ингредиентов, которые могу поесть, но я не могу и с ним ничего сделать. Давайте я сейчас гляну, может какие-то есть настройки. Не, вообще нету ни кнопок, ни посмотреть обратно обучение невозможно. Ладно, давайте ложиться спать.
В общем, на нас напали. Ой, наверху кто-то уже сдох. Да, в принципе, кто-то уже и здесь сдох. Так, предмет. Ржавый меч. Ну, давайте заходить в инвентарь. Вот, ржавый меч почему-то могу посмотреть. Надеть, снять? Ну, давайте наденем. Так, ну смотри, это, получается, не дает никаких... А, яблоко только восстанавливает здоровье, да? Все остальное только для приготовления. Ну, у нас впереди будет драка. Атака, уклонение. Да. Умирать мы с вами здесь будем часто, друзья. Это 100%. Так, есть какой-то щит. Деревянный, простенький, да? Тоже его экипируем. Ох ты, ё-моё. Направо суперудар какой-то, что ли? А как тогда поставить блок? Это парирование. Так, выносливость моя что-то не восстанавливается, да? А, вот выносливость. Ну давай. А, контр-уклонение. Да, с уклонением пока все плохо, с выносливостью тоже все плохо, ее маловато не хватает. Так, но здесь было обучение, что надо как-то прыгать надо. Я, если честно, не очень понял. И почему-то сейчас обучение не повторяется, что очень странно. Так, ну ладно, попробуем еще раз. Я нажимал как-то пробел, но я не понимаю, в какой момент это надо делать. О, вот сейчас получилось с первого раза. В общем, тут не угадаешь. Так, вот тут тоже была проблема. Надо было встать сюда и нажать Е. Вот. Очень тонкая ниточка и грань, где это дело отрабатывало. Я очень часто падал, кстати. Парирование... Ключ от каюты капитана, это я взял. О, класс. Так, ну я думаю, надо с вами съесть лекарство. Да, молоко, колба, вознесение какого-то. Что она дает? А, это выносливость, не вознесение, блин. Окей, хорошо. Но надо съесть нам с вами супчик. О, здоровье хотя бы есть. А то совсем все плохо. Есть стелс, но я что-то не помню, как... А, вот, на С присесть. Не получилось. Ну и выносливость не работает, соответственно. Нет выносливости, нет уклонения. Да. Жесть пока. Я пытался драться, как ты... Но я так не умею. Юнга Суслик. Меня зовут не Суслик. Меня зовут...
сожалению, мы никак не узнаем, как тебя звали. Гори, ясно! Покажем материковым, что Сакра наш остров! Ух, какая злая деваха-то, да? Так, ну я бежать не буду, потому что я тогда потрачу выносливость свою. Выносливость кончилась. Так, тут желательно еще свою команду, так сказать, поберечь. Ой-ой-ой, я вышел из игры. Ой, он всех порубил, серьезно, блин. Да уклонение-то, ёптать. Не работает уклонение. Спасибо. Да, я сейчас сдохну. Тут бы хотя бы от одного избавиться, блин. Ой, как же у тебя быстро кончается выносливость. Но он пока, в принципе, замахивается. Можно попытаться его как-то убить. Так, решетку. Хорошо. С разбега вроде какой-то есть то ли суперудар, то ли чё, но в общем какая-то классная способность, когда ты очень много носишь урона противнику. Назад отходим. По-моему, даже тут еще урон проходит по своим. Ой, выносливость, выносливость, выносливость. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Все, обменялись ударами. Ух ты, ё-моё. Тихо. Съешь пока. Напрасно ты здесь, Црим. Для сказок уже поздно. Это самая Одесса, которую нам рассказывал в начале игры. Подожди, а как тогда они оказались на корабле? Здесь же нет второго корабля. Для всех нас уже поздно. Приплыли.
Так, значит, это правда. Король мертв. Да здравствует король. Он был великим человеком и хорошим другом. Я буду оплакивать его. Мы все будем оплакивать его. Душа вашего отца покоится с миром, король Магнус. Люди будут искать в вас силы. Я выражаю свои соболезнования и скромно предлагаю свой совет, как и вашему отцу. Великий Мор вернулся, лорд Бавр. Да, до меня доходили слухи. Это не слухи. Прямо сейчас он опустошает остров Сакра, совсем рядом с нашими берегами. Превращает мужчин и женщин в жутких чудищ. Мор — это наказание тем, кто утратил веру. Вот оно что. Вы ставите под сомнение церковь? Вы не церковь, Мадригаль. Вы всего лишь острие и копья. Довольно. Каковы бы ни было причиной этой болезни, я не могу позволить ей распространиться. Мой отец был слаб в течение многих лет. И начну свое правление с того, кто так долго... Мой король, вы в трауре. И настоятельно рекомендую воздержаться от столь... Я уже отдал приказ. Завтра же Мадригаль, Селина и ее инквизиция отплывут на Сакру. Я обещаю, что мы очистим остров от этого зла. Наш новый король сделал правильный выбор, доверившись в церкви. Вера нашего короля никогда не подвергла сомнению. Элсворт — сильный правитель, ваша милость. Сакра поправится. Нет, Сакра будет рождена заново. Таков мой долг перед королевством. Божьими руками мы дотянемся до каждого отдаленного уголка этого острова и вынесем его, как новорожденное дитя, с криками и слезами на свет. Ох, наш главный герой выжил. Ну что, мы очнулись после кораблекрушения. В итоге мы, получается, все потеряли, да? У нас нету, опять-таки, ни щита, да, ни меча, ничего нет. Даже половину шмоток потеряли. Можем собрать грибы. По всей Сакре вам будут попадаться различные ресурсы. Сбор ресурсов — ключ к прогрессу персонажа и выживанию. Окей. Мечехвост. А, это тот краб здоровый. Полынь. Тут еще проблема есть со звуком. То ли с моей стороны, то ли со стороны все-таки игры. Непонятно пока. Так, ну мне, скорее всего, наверное, туда бежать. А вас можно бить? Можно. Че бы нет-то. Это капитан, что ли? Я так и знал. Не надо было тебя на борт брать. Ты отсюда до Сакраменто никогда не доберешься. Весь берег кишит восставшими. Ах, волны. Ты слышишь их? Отец! Мы снова в море. Сакраменто. Капитан корабля посоветовал мне поскорее добраться до Сакраменто, ближайшего города. Но он предупредил, что впереди могут скрываться налетчики, сотоварищи тех, что напали на наше судно. Ага. Сакраменто получается очень далеко. На карте отображается ваш путь по острову. Однако мир постоянно меняется, и со временем этот путь окажется скрыт. Вновь посетите регион через какое-то время, чтобы обнаружить новые опасности и новую добычу. Окей. Крабика я возьму. Плавать умеешь?
Ой, плавать умеет, ты смотри. Ну, выносливость, конечно, кончается, и, возможно, может утонуть. Закончится выносливость, и ты утонешь. Чуть-чуть-чуть-чуть, взять лопату. О, тут можно копать еще. А где мне взять лопату? Давай поищем лопату, может, что-нибудь найдем. Клеймор. Блин, двуручное оружие, серьезно. Еще и зависаем. Вес снаряжения. Класс снаряжения определяет тип уклонения, которое будет выполнять ваш персонаж. Легкий, быстрый шаг, нормальный перекат, тяжелый, медленный перекат, плюс возможность оглушать врагов с помощью В, удара плечом. Класс снаряжения определяется общим весом вашего снаряжения и грузоподъемностью. Ну, конечно, он будет очень медленный. Ох, жесть какая, он очень-очень медленно ходит. Он стал ходить еще медленнее. Ну и плюс двуручка, она, конечно, очень медленное оружие. Я не люблю двуручки из-за их медлительности. Я люблю быстрое оружие. Источники огня. В источниках огня вы можете готовить еду. Каждое блюдо имеет свои эффекты. Почти все из них восстанавливают здоровье, а некоторые могут даже дать дополнительные усиления. Не забывайте искать новые рецепты блюд. Изучите их, и вскоре сможете готовить деликатесы на любой вкус. Так, подожди, это сначала открой. Так, взять все. Ну, что мы можем готовить? У нас есть рецепт грибного супа. Для этого требуется полынь и гриб. Ну, максималку. Ну и пока, в принципе, у нас все. Если где-то найдем еще полынь, то сможем приготовить еще блюдо. Так, а если карту открыть? А, ну да, она вот постепенно открывается. Мне бы лопату найти. Так, стоп, а это какой-то интересный чувачок. Ну ладно, ничего нет, так ничего нет. Так, сейчас при пробежке у нас не тратится выносливость, она, скорее всего, тратится только когда мы деремся. Поэтому, в принципе, можем побегать. Подкрадывайтесь. И я его не добил, да, класс. Концентрация и руны. Накопленную концентрацию можно потратить, используя руны своего оружия. Ой, текст смазанный, блин. Так, руны — это мощные специальные атаки для каждого оружия. Выберите руну оружия, чтобы раскрыть ее силу. Переключайтесь руну R, нажмите... О, жесть какая. Но это все надо править, конечно. О! Удочка, я могу ловить. Вы получили инструмент. Инструмент позволяет собирать новые ресурсы. Открыв инвентарь, можно экипировать им персонажа. Удочкой? Окей, ладно. Как это рыбачить? Так, уже есть два места, где требуется лопата. А как мне порыбачить-то? Воу-воу-воу. А, то есть право это как раз трачит концентрацию. Я понял. А где использование удочки? Или он просто автоматически будет сам это делать? Там, где можно порыбачить. Что-то не очень понятно. А вот, ловите рыбу. Где было это? Во. Так, нажать Е, когда она будет, получается, у нас клевать, да?
Сырой карп. А, и все, да, и выловил. Окей, с этого места, получается, мы выловили. Хорошо, с рыбалкой разобрались. Да вот сюда вот ящик есть, блин. Все. Да куда ты полез-то? Ой, господи ты, боже мой. Да какой блок? Так, взять все. А ты можешь залезть сюда, нет? Странно, какие-то предметы залазят, а какие-то он не залазит. Шепот. Вы можете отдохнуть и сохранить свой игровой прогресс у церемских шепотов. Если смерть настигнет вас, ваши предметы потеряют часть своей прочности. Но гласящая произнесет ваше имя, вы возродитесь возле последнего посещенного шепота. А, вопрос. Враги оживать будут или нет? Ну, вроде написано, что система Dark Souls. Класс. Вот опять-таки, я не очень понимаю, когда надо что нажимать, потому что вроде я нажал пробел, сам он не смог перепрыгнуть. Поэтому как эта система работает, пока для меня тоже непонятно. Вот нажимаешь Shift или пробел, всегда по-разному что-то работает. Еще раз надо попробовать. Так, а ты можешь здесь сможешь открыть, нет? Не можешь. Почитать можешь? Во, дневник. День первый. Исследование острова Сакра. Сегодня я начинаю свой грандиозный тур по острову Сакра. Это моя первая геодезическая экспедиция, и надо признать, не самый лучший выбор направления. Но каждый долгий путь начинается с маленького шажка, верно? Если повезет, я сдам свой отчет и окажусь дома на материке где-то через неделю. В худшем случае через две. Что ж до того, что будет дальше? Признаюсь, от перспектив захватывает дух. Попробуем еще раз добраться до сундука. О! Подожди, а как забраться наверх? Ой, тут прям в такой перспективе. Тихо. Тихо. Здорово, неуклюжий. Может быть, надо Shift нажимать возле всяких ям. Рукавицы дикаря. Устойчивость. Враги также могут наносить урон по балансу. Это может прервать ваши действия и даже оглушить вас. Повысьте свое сопротивление, надев снаряжение с более высокими показателями устойчивости. То есть это у нас шмотки. Рукавица дикаря. А, вот это есть устойчивость, да? Блин, ну там проблема, там чувак с топором. Он очень мощный. У меня нет блока, кстати. А, то там просто сжать пробел и все. Ну, логично, в принципе, да.
Плата за смерть. После смерти все ваши предметы теряют части прочности. Вы вернетесь к последнему активированному шепоту, до которого сумели добраться перед гибелью. Хорошо. Так, потерял прочность. Где это смотреть? Да, вот 95 получается. В итоге потом они сломаются, правильно? Жесть. Класс. Интересно, а можно ли этого врага убить вообще? Или это бесполезно? Это уже попытка какая? Четвертая у нас, да? Четвертая попытка убить мужика с топором. Да ударь ты его! Вот и все. Делов-то, блин. Больше мозги компостируешь. Так, ну, в принципе, можно приготовить еще блюдо, да? Угу. Дубина. Она что, получается, сломанная, да? Малая колба концентрации. Мало колба баланса. А, вот как это выбирается. Q удерживать. Я здесь просто-навсего не пройду. Да. Ну окей. Можно, конечно, спрыгнуть в воду, но что-то я не хочу этим заниматься. Спустимся нормально, так сказать. Жалко, что тут не открывает люк. Возможно, что-то было полезное. Но опять-таки, если было бы действие, то оно было бы активным. В принципе, мы можем, получается, как-то пройти туда. Давайте сейчас только пожарим себе еду. Новых пока у меня рецептов нет. Блин, тут реально куча можно куда пойти. Так, смотри, вот еще получается, скорее всего, здесь можно будет лазить. Да. Левел ап подняли. Новый уровень. Вы получили новый уровень. Каждый раз, когда повышается ваш уровень, вы получите 3 очка характеристик. Чтобы распределить очки характеристик, откройте таб, меню выбора и выберите статус. Окей. Блин, я хотел бы взять все-таки щит и одноручное оружие, блин.
клинковая смазка. А, дополнительный физический урон, окей. Пройти боком. Так, но мы пока спускаемся вниз. Так, что-то взять было написано? А, топор, чтобы рубить дерево. Короче, нам нужна лопата, нам нужен топор. Мы с вами можем ловить рыбу. Сундук нашел. Бомба из металлолома. Угу. Так, мы с вами здесь нашли капитана. Тут рыбач не получается. Да, все, успокойся. Ага, а это ломается? Да, ломается. Тут тоже можно готовить? Нет, тут готовить нельзя. Жалко, что вот эти вот записки, да, они как-то не подсвечиваются, потому что ты иногда можешь подумать, что это просто какой-то валяется книжка, которая тебе не нужна. Или просто можешь ее не заметить. Я распрощался с угрюмой трактирщицей, потому как услуги ее мне более не пригодятся. Я приехал на Сакру не за мирским комфортом и негой. Мне не нужен ни холодный эль, ни теплая постель. Я приехал, чтобы вонзить зубы в непокорную природу острова и посмотреть, хватит ли в ней спеси кусаться в ответ. На горизонте маячили древние руины. Невидимые птицы перекликались друг с другом. Солнце садилось над пепельным морем. Я взвалил на плечи свой рюкзак и вышел за ворота Сакраменты. Из приключений в дикой природе Сулина Фрота. О, щит есть. И шлем дикаря. Так, подожди, это надо вот так на В. Значит, смотри. А, вот даже как можно открывать инвентарь, да? Инвентарь, мне нужен шлем. Ну и давайте пройдемся по характеристикам, да? Наверное, пока будем качать выносливость. А где мои характеристики, очки? Вот, три. Отлично, вижу. Два в выносливости, один в силу, давай, пусть будет. Так, подробности, это что, на ай, подробности? А, ну и, конечно, описание пока у нас все на английском, к сожалению. Но это постепенно будет все дело увеличивать. Бонус характеристики вот добавился сразу. Не, ну с таким оружием, блин, нужна прям конкретно хорошая выносливость. Я бы хотел бы все-таки найти одноручное. Может, получится найти, посмотрим. Хотя надо уже заканчивать серию. Ну, не знаю, почитаю ваши комментарии. Если вы захотите видеть продолжение, то можем продолжить. Нет, значит нет. Ну и плюс, если все-таки захотите видеть продолжение, я посмотрю потом по количеству просмотров. Если не будет набираться 100 просмотров, как минимум, да, то смысла опять-таки проходить я ее не вижу. Потому что я на это трачу очень много своего времени. Так, еще можно рубить дерево, но, блин, у меня пока нет топора. О, где-то могу порыбачить. Поехали. Опять-таки, хотелось бы, чтобы эти места... отмечались на карте. Ну, не на карте, вернее, а на экране, что где ты можешь рубить, где ты можешь половить.
Потому что ты реально можешь просто это место упустить. Вообще. Так, это вот тоже дерево можно будет рубить. Надо найти только топор. Ох ты, нифига, он сразу убил с одного раза, наконец-то. Вот тебе и прокачка силы, да? Ну, это я вряд ли смогу пробить, потому что все-таки это металл. Ой, и звук пропал. Да, это непонятно. Скорее всего, мне кажется, это проблема с игрой, не с моей системой. Звук иногда отстает. То есть я ударил по ящику, звук пропал, да, потом только появился звук удара. Так, откройте мне карту, пожалуйста. А как перемещаться по карте? Никак? А, вот, через ВСД. Я думал, мышкой можно. Но смотри, здесь был подъем все-таки, да? Здесь будет драка. Мне надо, по идее, сюда. Сможешь пройти здесь? А если ударить? Не может. Да, вот видите, лестница есть, а как ее... Ну, это, скорее всего, будет короткий путь. Срез. Да, тут я, получается, не про то. Здесь у нас с вами вырисовывается тупичок, да? Ну да. Ну, хорошо. Мы с вами здесь, получается, все посмотрели. Так, подожди, там, по-моему, полынь есть. Да. Полынь и корень полыни. Хорошо. Это, получается, можно приготовить еще одно блюдо. Ну, блин, я не нашел, получается, лопату и топор, чтобы посмотреть, что он с вами дает деревья и что я в итоге могу откопать. Но надо будет запомнить. Так, а свои метки я... Ну, только получается одноразовый какой-то. Нет, смотри, могу, получается, поставить разные метки. О, тогда давай, смотри, поищем тогда здесь... Подожди, а разве я тебя не собирал? Во! Медный топор, отлично. Так, разместить. Хорошо. Давайте попробуем теперь порубить. Дерево вот тут у нас было с вами. 100%. Ну и чё? Да блин. Система, конечно, рубки меня смущает. Да отрубит это дело. Что ты ходишь вокруг да около? Надо нажимать, оказывается, Е. Угу. Древесина сосны. Возможно, деревья разные, да? Что-то еще было? А, исчерпано. Сундучок? Да, откройте сундучок, пожалуйста. Это можно тоже рубить? Можно. Осталось только, получается, лопату найти. О! Секретик нашел. Перчатки Плута. Но они, получается, хуже. Клинковая смазка, небесная искра. Братья-сторожа. Парное оружие.
Оно все хуже получается, да? Блин, мне вот так вот не дают, получается, одноручное оружие. Я так хочу одноручное, но мне его не дают. Вот как дали в самом начале, блин, двуручку, так я, получается, буду с ней бегать. Да, здесь, получается, очень много секретиков. Ладно, пошли искать места, где можно копать. Надо будет отмечать их, получается, на карте. Ну и надо будет туда, получается, рубить деревья. Пока непонятно, для чего они нужны. Может быть, мы сможем что-то создавать. За срубку ничего, никакого опыта не дают. Только за драки дают, да? Так, вот это, кстати, я упустил. Вот полынь же светится, получается. Почему нельзя так подсвечивать остальные предметы? Ну, и надо порубить деревья по-любому. Так, еще рыбку можно, кстати, половить. Вот наверху тоже есть деревья, но, возможно, их нельзя рубить. А может быть, я смогу здесь подняться. Да. Вообще, игра интересная. Ну вот, интересно изучать мир. Как ресурсы, кстати, еще повлияют, тоже мне посмотреть хочется, но пока что-то мы до этого с вами не дошли. Так, это не собирает, да, предметы? Где-то у нас тут была возможность копать, да? Вот. Ну, давайте открывать карту, поставим метку какую. Давайте, наверное, поставим знак вопроса. Или вот, кстати, да, копать, может быть, получится. Как тебя поставить? Еще понять, как это ставить, вообще было бы шикарно. Я не могу ничего сделать. Я не потянуть не могу. Вообще бесполезно как-то, да? Разместить маркер. Я пытаюсь, ничего не получается. Подожди, как система работает? Так, жесть. Оказывается, ВСД и пробел. Ну, это фигово. Не очень удобно, если честно. Остался? Остался, хорошо. Да, лопату пока мы с вами не нашли. Но... здесь есть деревья. Так, вот здесь мышка, алло, товарищ, вот здесь. А, я вижу предмет, вижу предмет. Осторожно, осторожно. Блин, монетки, серьезно? Так, подожди, а он, получается, будет отображаться у меня на экране, что ли?
Я не очень бы хотел, чтобы мне вот так вот отображались метки. Это очень неудобно. Это пипец как неудобно вообще. Так, я вот вижу еще полынь. Да, смотри, получается, она реально здесь стоит на месте. Так, а я же здесь был. Ну да, я здесь ловил рыбу. Так, ну я готов пожарить еще мясца. Вернее, супчика, да? О, неплохо. Так, ну мы, скорее всего, еще будем драться с вами, да? Приморская крепость. Умеренный. А что значит умеренный? Умеренная сложность. Да куда ты? Так, ну этого хотя бы сбивает атаку. Он получается легкий боец. Атаку у него сбивает. Мой тяжелый меч. Хоть что-то. Замертво пасть может воин, но мы не падем. Без ответа боги оставят молитву, но мы услышим. Познав поражение, отвернутся союзники, но мы не сдадимся. Мы восстанем. Еще полынь. О, блин. Боец с щитом. Так, а если карту посмотреть, то мы с вами вот здесь вот. Да, я хочу, чтобы у меня вот так вот метка стояла. То есть на карте да, а вот на экране она не отображалась. Но, блин, она отображается на карте. Вернее, на экране. Это так некрасиво смотрится, блин, кошмар. Ну что, придется с ним драться. Он не захочет ни в какую. О, одежда разбойника. Вот это уже поинтереснее будет. Так, он плюс по броне дает 9 на 9 выше. Ну, понятное дело, мы снаряжаемся 100%. Так, его можно, получается, еще и продать, что ли? Нет, его продать нельзя. Вот это продать можно. Цена 12, получите 43. Что... Непонятно пока. Блин, а как наверх? О, хотел спросить, как наверх залезть? Смог. Ну? Еще одна бомба. Так, вот тут надо пройти аккуратно. Не, ну в принципе двуручка, когда вот таких вот легких сбивает, это прям хорошо. Ух ты, етит твой налево, лучник, блин. А, так он еще и отходит, а как что мне с тобой драться-то? Чувак, это так нечестно. Вы можете выполнить удар плечом с тяжелым классом снаряжения, чтобы кратковременно оглушить врага, но это не то. Да куда ж ты бьешь-то, ну? А, нельзя, да? Окей. О, так тут еще и кирка нужна. Ты только на это посмотри. Топор, кирка.
Шикарно. Осталось только мне как-то грохнуть здесь лучника. Опять звук отстает, а? Ну, это, в принципе, не критично. Но проблема есть. Блин, опять копать. Дайте лопату. Пока я мчался по гнилому болоту, ниты поднимались слева и справа от меня. Чума выжгла их рассудки, затхлые воды изуродовали их конечности, оставив им лишь первобытную ярость и жажду крови. Моей единственной надеждой было достичь твердой земли, обнажить меч и дать последний бой. Быть может, проще всего было отдаться на милость этим ядовитым водам, но я чересчур упрям. Исключение в дикой природе Сулина Фрота. О, еще удочка. А что, удочка имеет возможность ломаться, что ли? А, ну да, у нее есть прочность, кстати. Хорошо. Блин, здесь тоже нужна лопата. Это получается у нас, в принципе, первый срез. Да, мы же отсюда как раз можем попасть. Пьете твой налево. Ну, по идее-то можно, если только осторожно, блин, пройтись по этой палочке. Ну, как-то мне как-то не нравится эта возможность. Да залезь ты. Опа, хорошо. Сундучок. Осколок брони. Здесь, в принципе, все, да? Сможешь забраться обратно? Красавчик. Все, хорошо. Окей, мы с вами открыли, получается, срез. Здесь есть возможность копать. Нам нужна лопата, плюс кирка, чтобы собирать ресурсы. А вот и кирка, друзья. Супер. Хотел кирку? Получи кирку. Осталось только еще лопату найти. Пойдем копать. Медная руда. И все, одна медная руда всего лишь. Это, конечно, круто. Интересно, как использовать бомбочки? А, все, вижу. Вообще большое место получается, да? Очень большое. Мне бы, конечно, как-то сохраниться. Может быть, я смогу это сделать только возле этого огня. Как он, шепотом называется? Или шорох? Давайте смотаемся туда. О, интересно, а вот это дерево, если срубить ель, новые будут ресурсы? А, нет, нельзя, да? Окей. Просто надо уже заканчивать серию. Желательно бы сохраниться, хоть не потерять прогресс. Ну, вроде, наверное, сохранился, не знаю. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая вот игра. Если вас заинтересовало, то пишите в комментариях, будем с вами ее проходить полноценно, либо просто как это ставим в первом взгляде. На сегодня все, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, в Яндекс.Зен, Рутуб, все ссылочки под видео. С вами Азарбабай, спасибо за просмотр, увидимся в следующих играх, ну либо в следующем прохождении. Всем удачи, всем пока.